куда эта Катя собралась. А воскресенье. Выходной день. Мы планируем на завтрак и сразу на море. Хотя на улице ветрено. Кто-то делает бутерброды какие-то фирменные свои. Берем панкейки, намазываем сверху сорфетом. Дальше мы вертикально ставим огурчик, помидорку, огурчик, помидорка, два вида сыра с одной стороны, другой вид сыра с другой стороны. Добавляем листья салата. И кушаем. Как все. Все готово. Приятного аппетита. Спасибо. Очень ветрено. Полный тут прям. Красный флаг. Тут не покупаться, конечно. Какое уж тут. Так. Мы экстренно вернулись домой. Вот по какой причине. На понтоне к нам подбежал охранник и сказал: уходите, уходите, срочно уходите, быстрее. Мы говорим, в чем дело. И он говорит: ну, нельзя, пойдемте, все, там расскажу. В итоге мы вышли с понтона, сказали, что мистер Хусейн увидел по камерам, говорит, нельзя пользоваться понтоном. В итоге мы дошли через весь отель к нему в зону кафетерия, и он сказал: блин, говорит, оказывается, можно пользоваться понтоном. Я уточнил у старшего менеджера, но только когда нет гостей. Вот, поэтому, ну, сейчас вы можете вернуться туда, но купаться нельзя, потому что красный флаг. Мы говорим, да мы знали, но прикиньте, мы уже все, весь отель обратно прошли. Вот. И чтобы вы понимали, такая ситуация, каждую неделю, каждый выходной, какие-то проблемы. А мы сейчас с Катей шли и обсуждали о том, что надо все-таки все сказать, что вот предупредить, так сказать, руководство за месяц, что мы уезжаем. И все. А потому что, что не выходной, то испытание какое-то. Так, пришел человек, поставил лестницу, он стал менять свет наконец. Наша попытка номер два. Вон мы собрались куб-куб делать. Сначала сходим в магазин, просто прогуляться, потому что куб-куб под таким солнцем, ну, немножко опасненько. И потом как раз подойдет времечко искупаться. На улице легкий ветерок такой, освежающий. А 34 градуса, вон там солнце глянуло. Солнце очень, ну, особо не чувствуется из-за прохладного ветерка. Но все равно на улице людей почти нет. Мы видели, эти штуки растут на деревьях. Такие, ха-ха, бананы, бананы, а вот это какой-то коробка Рон. Это наш понтон, он рядом. Люди вон заходят прям. Да, между нашим и соседним понтоном люди ходят. Рассказываю, короче, последние новости. Мы только что отлично поплавали. Вот та вот сейфгард Мустафа его зовут. Удивительно, да? И прикол в чем? На подходе к понтону красный флаг вот висит. И security такие, типа, там красный флаг, короче, типа, плавать нельзя. Ну, или не нельзя, он сказал что-то типа под твою ответственность. Я такой, ладно. Вот, пришел, а здесь был, получается, вот Сигар. И на соседних понтонах, что там, вон там, флаги, короче, зеленые.
ну и по волнам видно, море спокойно. И мы купались, мы доплыли почти до того понтона. И приходит секьюрити и говорит: власти, ну не мне, короче, а вот ему. И его, кажись, отругали за то, что когда красный флаг, то плавали. Вот. Но суть схемы, в общем, в этом, что нам разрешили купаться, когда нет гостей, в свой выходной на нашем понтоне. Но когда нет гостей, они постоянно решили вывешивать красный флаг, типа купаться нельзя. Неважно, ну здесь есть постоянно спасатель, все такое, но неважно им это. Они постоянно вот красный флаг вывешивают и все, значит нельзя купаться. Типа гости есть, значит флаг можно адекватный вывешивать, но уже сотрудникам купаться нельзя. Хитрецы, да, какие? У нас тут возник вопрос, в общем. И мы его решили через плюсы и минусы. Мы выписали плюсы и минусы. This is Gabriel. Gabi from Brazil. Yes, and he's trying to shave Nick. Можно по-русски, пожалуйста? Да, значит, in Russian, по-русски. Вот это Габриэль, он из Бразилии, и он, Никита попросил его побрить его, местный, потому что местный, да, парикмахер, потому что он, ну, много кого здесь уже побрил, скажем так. Промежуточный этап? Да, промежуточный этап. Сказали, что похож на Путаяку. Прикольно. Всем привет! Вообще это видео должно было записываться из ресторана еще в обед, но села батарейка, и там было такое новшество, что, во-первых, пицца была, мы уже заканчивали кушать, а там стали раздавать пиццу свежеприготовленную. Мы все такие: что? Ну ничего себе! Потом мы пошли домой, и была дезинфекция, везде муравьев травили в квартире. А сейчас Катя, значит, с утра узнала о том, что Миша Марвин приехал в Шарм-эль-Шейх, будет выступать в одном из клубов, петь. И целый день она, значит, не знала, идти либо не идти. И когда речь дошла, что идем, она говорит: не идем. Ну, представляете? Представляете? Спустя полтора часа раздумий мы определились. Мы едем! Вон, наряжается. Мы идем на дискотеку. Ну-ка, что ты сказала? Я уже так переживаю, так нервничаю. Все, мы пошли. Так, начало пока безумно классное. Нас пытался обмануть водитель маршрутки. Вот. Ну и как, собственно, правильно делать. И как, собственно, правильно делать в шарме, просто берешь и садишься на другую маршрутку. Так вот, просто берете другую маршрутку и все. Ну, потому что, ну, зачем обманывать? Проще там на следующей маршрутке нормально доехать. Все, мы доехали до Севера. Отсюда у нас сейчас будет трансфер. Отсюда у нас будет трансфер до клуба ночного. Кусочки века просто вообще. Так ты в клуб собираешься? Да. Короче, приехали мы в большой компании. Что там? Так, короче. Давай, Thank you.
самое главное, это то, что я спела свою любимую песню рядом со своим мужем. Песня. Песня. Ну, это не надо было сильно, и буду я. Короче, вон там он на белой машине. Отчаливает на переднем сиденье, на пассажирском. А мы где-то там приехали. Он спрашивает, почему мы купили, почему мы поехали с ним. Потому что мы купили билет. Мы пошли. Короче, очень странный парень. Ну, в смысле странный. Денег хочет содрать. 100 фунтов, говорит, я вас довезу. А раз 100 фунтов не платите, тогда... сейчас вообще разбираться будем, что вы вообще до сюда-то доехали. Вот. Хотел же заснять видео, как мы добрались, и забыл. А мы добрались на маршрутке, прикиньте, просто вышли на дорогу и ехала маршрутка самая обычная. Вот, мы сели и доехали прям до дома. Решили дать водителю больше денег, раз нам так повезло, он не 5 фунтов, а 10, прикиньте, 10! Вот, ну и все, и мы дома, все хорошо, и спокойной ночи, время уже 3 часа ночи.